подлетаем к пансионату «Южный». Здесь, на территории в 5 гектаров, находятся 4 жилых корпуса, коттеджи, общественные места для досуга, парковка для автомобилей и прогулочные зоны. В столовой пансионата организовано трехразовое комплексное питание. Оно включено в стоимость путевки. Пансионат находится в ущелье между двумя холмами, которые защищают его от ветров и перепадов температур. Местная флора – самая богатая на всем побережье. Можжевельники, пицунские и крымские сосны, туи, акации и другая растительность встретятся вам на территории пансионата. До моря всего 10 минут неспешным шагом. Хутор Бетта становится все популярнее у туристов, особенно у семей с детьми. Ведь он уединенно расположен, здесь нет производств, прекрасный климат, многочисленные леса, красивейшие горы, теплое и чистое море. Ждем вас в гости!